Удобные дворы и детские площадки – то, что важно для каждого жителя. В округе проинспектировали придомовые территории. На этих участках проводят благоустройство в рамках государственной программы «Комфортная городская среда». Во дворах побывала наша съемочная группа. По новому покрытию, то есть его сделали под дверь, то есть чуть налить не откроется дверь. Как-то зафиксируем, поставим на контроль. Между домами на улице Новая, 26, и Зеленый переулок, 20, будущий комфортабельный двор. Но уже на начальном этапе ремонта у люберчан возникли вопросы. Нет ливневой канализации, это вообще проблема насквозь пронести. К сожалению, так. У нас огромные площади, но мы в таких случаях локальные решения подыскиваем. Новый асфальт на новой улице. Не только во дворе, но и на проезжей части. Однако теперь необходимы лежачие полицейские. Увлекшись ровной дорогой, водители превышают скорость. Также для жителей домов обустроили парковки. По плану установить детскую площадку. Приятную зону отдыха ждут жители дома номер 27 на улице Шевлякова. Это один из самых наших крупных дворов. Также комплексно благоустроено 3000 квадратных метров проезжей части, 638 квадратных метров новых парковочных мест, не удаляя какие-то деревья или зеленые насаждения, не нанося вред. Здесь будут зоны отдыха для юных и взрослых люберчан. Установка малых архитектурных форм и озеленения – следующий этап благоустройства. Отслужившие свой век качели и песочницу убрали. Вместо старой детской площадки оборудуют новую, современную. Она была старенькая, весьма изношенная, в свое время недоделанная. Вот ее сделали с четырьмя входами, и она оказалась проходной. Инспектирование территории – это всегда общение с горожанами. Местные жители пожаловались на заборы и старые бетонные плиты. Строительный мусор лежит на Шевлякова уже 2 года, как только по соседству открыли многоквартирный дом. Пожелание обязательно учтем, уберем старые бетонные блоки. Мы договорились сегодня с жителями, что будем открывать вместе с ними двор. Двор получается красивый, можно похвастаться и показать всем жителям Подмосковья, как должны делаться дворы. Если мы что-то делаем, мы делаем исходя из пожеланий жителей. И даже благоустройство, вот я сегодня уже жителям рассказывал, если совсем недавно закончилось у нас голосование на портале, на федеральном портале по общественным пространствам. У нас их в Люберцах было 12. В июле 2021 года начнется голосование по общественным территориям, которые отремонтируют в следующем году. Благоустройство дворов на улицах Новая и Шевлякова завершат к 31 августа этого года. Айтадж Чирагова, Михаил Давыдов, телеканал ЛРТ.